И к другим темам. Депутаты Сената раскритиковали работу Министерства сельского хозяйства. Так, по словам Серика Белялова, на развитие АПК из бюджета каждый год выделяют немалые суммы. По данным Счетного комитета, в прошлом году объем господдержки сельского хозяйства увеличился на 29%, однако положительных результатов по-прежнему нет. Поддержал коллегу и Касым Жомарт Токаев. Сенаторы привели в пример обещание ведомства увеличить экспорт мяса, что, по их словам, так и не было выполнено. Каждая государственная программа, принимаемая каждым новым министром, это фактически программа благих пожеланий. Боюсь, что в 2020 году еще одна родится программа. Ее будут хорошо пиарить, как это случилось с планами по экспорту мяса 60 тысяч тонн. Ну, говорили же здесь в парламенте, в Сенате, ну, невозможно это. Так распиарили эту программу, эту цель, вложили в уста главы государства, просто подводите всех. В свою очередь, заместитель премьер-министра, министр сельского хозяйства Аскар Мырзахметов с критикой сенаторов не согласился. В кулуарах глава ведомства прокомментировал высказывания депутатов. В отношении вот той критики, которая прозвучала вот в прежней программе, учитывая, что в прежней программе не было проектного подхода, в новой программе как раз таки заложен такой проектный подход и указаны конкретные индикаторы. И в данном случае те результаты, которые были озвучены, это уже итоги реализации этой программы. Это никакой пиар, мы говорим уже о конкретных результатах. Поэтому здесь я, откровенно говоря, не согласен вот с теми замечаниями, которые прозвучали, что пока что идет только пиар новой программы. Мы говорим о конкретных результатах.